Всем привет, с вами Зоро, и это Майнкрафт из бумаги, и я сделал лошадь. Давно не было видео, вот, я немножко отдохнул, и вот делал как раз Майнкрафт из бумаги и Star Wars из бумаги. Ну, значит, вот такая лошадь, вот такая грива, здесь у меня не совсем получилось, поэтому пришлось вот так сделать, да. Вот такие ушки, такая голова, вот, нос, ну, не нос, ну, наверное, это нос, насколько я знаю. Дальше вот глаза тут. Зад вот такой, дальше вот ноги, стула еще вот такие вот ноги, и вот такой хвост. Дальше выделяется, но должно хоть что-то выделяться. Вот такая лошадь. Немножко я плохо сделал, вот где на голове гриву, вот, ну и, наверное, и хвост немножко так. Мне нравится, надеюсь, вам тоже понравится. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. Наверное, все, всем пока.